У меня была ишемическая болезнь сердца. Каждый год мне 2 раза делали вливание, такое лекарство. После вливания через полгода опять задыхалась, не могла подниматься на 4-й этаж, мы живем на 4-м этаже. И когда меня ознакомили с продуктом EPL, я сюда пришла, я стала употреблять EPL. Heart, Slide, Stopol, GTS, Grow, Relax. Я почувствовала, что чувствую себя, всегда так и бывает, знаете, слабой, уставала. Но вес у меня, конечно, все время такой, какая вот я здесь, я по жизни такая. Перестали мне болеть суставы, особенно мне болела рука. Я ее не могла бы даже вот так двигать. Пальто одевать вот так не могла. А сейчас она у меня, вот видите, как рабочая. Вот. Чувствую себя очень хорошо. Продукт никаких побочных явлений не дает. Кушайте сколько хотите и что хотите. Вот то, что я хочу, я ем. Вот, программу я выполнила. Я рекомендую 1 раз в месяц очистку, значит, там программа специальная, я ее выполнила полностью. Потом год-два раза рекомендую, год-два раза я это сделаю. Сейчас я чувствую себя хорошо. Муж у меня... Одышка, значит, одышки сердца. Одышки у меня нет, не устаю. Особенно, когда GTS покушаю, могу даже до 2 часов ночи уборкой заниматься или еще там что-то делать. Вот такая потребность появляется, понимаете? В общем, я вам хочу сказать, что продукт работает. Что он уникальный, действительно. Что он, как вам сказать, такого продукта я не встречала в своей жизни. Потому что я была в Гане, где были БАДы. Там тоже хорошие продукты, но она не все. Потом она очень неудобная. Неудобная в том плане, что надо с собой обязательно воду иметь, эти капсулы глотать. И ждать, когда эти капсулы растворятся в организме. Каждому свое. Кто что выберет. Я выбрала и выбрала. У мужа результаты ваши? А у мужа у меня нарушилось мозговой объем. Он стал терять память. Мы порекомендовали кушать брейн. Вот он тоже. Сейчас он уже 3-й месяц уже кушать по 3 штуки в день. Утром, вечером. И память восстановилась. Сейчас он уже не... Раньше он заходил, например, на кухню. Зайдет и стоит. Захожу, ты что стоишь? Я забыл, что мне надо было. А сейчас нет. Заходит на кухню, четко знает, что ему надо добиться воды, что надо ему налить чай, что ему надо заварить кофе. Такое было. Сейчас, в общем, хорошо. Ну так.